Отлично. Ты все еще здесь, значит, ты не заразился этой хуйней. Меня зовут Энгри Бой, и сегодня мы поговорим о вирусе, который заполонил просторы интернета, и он вторгается в наше сознание. Этот вирус называется саморазвитие и мотивация. И сегодня мы поговорим о том, как выявить зараженных, как не стать одним из тех, кто добивается успеха. Поехали. Черт, похоже, у меня у самого мало времени. Я чувствую, как вирус проникает в меня. Это первый симптом. График. Я перестал смотреть залпом сериальчики от Netflix по ночам и начал вставать в 4:40 утра, понимаешь? До 12 часов дня я успеваю сделать все свои дела. Черт. Второй симптом, и это полезные привычки. Ты начинаешь заниматься спортом, много книг читаешь, ты не смотришь сериалы, не смотришь документалки по НТВ, не смотришь программы про экстрасенсов на ТВ-3. Я уже начинаю забывать эту информацию, я начинаю забывать, как выглядит лента ВКонтакте, и черт, а у меня этот палец уже начинает отвыкать от клацания по мышке, понимаешь? И вот он, симптом номер 3. Люди начинают заниматься любимым делом. Они перестают получать 3-е, 4-е высшее образование. Их почему-то не устраивает кричать «Свободная касса», понимаешь? Они перестают идти на завод, делают свой личный бизнес. Это болезненно проникает тебе в голову. Симптом номер 4. Ты покидаешь зону комфорта, да. Они общаются вживую. Не в WhatsApp, не в Telegram, не в директике Инстаграма, нет. Они общаются с людьми, которые умнее их, типа развиваются, узнают что-то новое, ходят на выставки. Они начинают путешествовать, понимаешь? Их больше не устраивает прогулки через Google Maps. Симптом номер 5. Эти люди перестают питаться неправильно. Они не только спят по графику, они еще и жрут по графику. Приколись, как жить без бутербродиков в 2 часа ночи, а? Без гамбургеров, без жареной картошечки, без чипсиков, без пивасика, который похож на вкус на мочу. Да как такое вообще возможно? Пойти, что ли, побегать? О, черт! Черт! Этот вирус сильнее, чем я думал, а? Я успею поделиться с тобой последним отличием. Это об этом даже стыдно говорить. Они довольны жизнью. Они не жалуются, не ноют, не сваливают все свои неудачи на какие-то сторонние обстоятельства. Это же самоанализ, саморазвитие, я прочитал это в книжке. Но меня радует тот факт, что если ты досмотрел это видео до конца, значит, еще не все потеряно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, жми колокольчик, делись этим видео с друзьями. Пусть они знают, какая дрянь гуляет по миру. Это был Angry Boy и мой экстренный выпуск новостей.